Боже мой, как много болтовни, как мало экшена. Ладно, мы идем. И меня, черт побери, похитили. Я должен притворяться негодяем, судя по всему, что я хочу быть криминалом. Добро пожаловать на наш маленький выезд. Мы рады, что ты с нами. Спасибо, Джон. Ты сказал, что убьешь его, когда доберешься до того, что... Девочки иногда часто меняют свои соображения. Ух ты ж, ни хрена. Скажи мне, почему я не должен тебя убить, а? Похоже, что принц Готэма больше, чем пустой костюм. Я принес тебе кучу оружия, а ты принес сюда этого аристократа. Нам не нужны его деньги. Мы должны закончить наше дело благодаря мне. Он не бесполезен, ты бесполезный. Он нам принес кучу оборудования. Я использую благодаря нему их. Перевод просто отменили в этой сцене, да? Какого хера? Джон, вырубай это. А ты можешь что-то сделать с этим, а? Вы что сделали? Тебе надо меня развязать. Вы дурачье. Я могу это выключить. Остановись, если я тебя превращу в лед. Зелененько. Потом красненько. Тут как бы инструкция, что ли, такая? Попутная. Нет, подожди, подожди. Ну и все нормально прошло. Никого не надо замораживать. Пока мы знаем, что она работает. Я должен проверить Нору. Как она там? Ты впечатлил этих двоих. Но я все и не изменил свое мнение, сломать тебе череп. Достаточно честно, всем обратно к работе. Нам много всего нужно сделать. Кто тебя назначил главным? Кто должен отдавать приказы? Хорошо, ты справился. Заходи ко мне в офис. Интересно, мы включим уже перевод или как? Или сегодня не будет перевода? Слушай, Брюс. Я хотел немножко разрядить обстановку. Ты от нас дистанцировался в офисе, но я тебя... Не виню, потому что я доставил тебе много проблем. У меня поэтому больше врагов, чем друзей. Я хотел сказать, что так обошлась с твоими людьми. Не нужно извиняться. Все было весело. Я не рассержусь, если ты не поймешь или рассердишься. Ты видишь, с какими зверьми надо иметь в виду? Иметь дело, да? Я могу только представить. Всегда нажимать на кнопки, это дебалансировать людей. Заставляет меня вести себя скрытно, и я надеюсь, что ты не будешь меня осуждать на это.
I'll be honest, Harley, I wasn't sure what to make of you. I'm impressed. Я вообще впечатлен тобой, Харли. Буду воспринимать это как комплимент, но не испытываю удачу. Ты не как остальные. Бэйн, он козел, и Джон такая милашка, Фриз там забота своими делами занят. Все еще мальчик. Я могу работать с разумными людьми, а ты разумный. Нужно сделать часть работы, и ты нам в этом поможешь. Я рад помочь вам. Скажи, что нужно сделать. Скоро мы тебя оповестим. Использовать эту штуку. Ты исправил кавардак, который натворил Джон. Несмотря на то, что Бэйн любит беспорядок. Надо тебя привести, всем представить. И нужно кое-что, чтобы ты сделал. Расскажи мне что-нибудь про Фриза. Он уникален. Это такая же вот этот механарь, который голубой. У него там несчастный служащий. В лаборатории произошел. И он беспокоится только о своей жене. Она заболела, и он ей дает все, чтобы она поправилась. Он готов на все. Он ищет для нее лекарства и заморозил ее, я так понимаю. Очень романтично звучит. It's just made him into such an angry person. You know? It's tearing him up inside. Он просто превратился в раздражительную персону, он держит все это внутри. Будь осторожным. Он может и замышлять что-нибудь ужасное. А что насчет Бэйна? Я кажется, ему не очень нравился. Он предпочитает только силу и преданность, больше ничего. Такой мужицкий мужин. С ним можно посидеть за пивком или типа того, можно поговорить. Он может тебя убить по завершению, но, по крайней мере, тебя выслушает. Слушай, я знаю насчет твоего отца. Я как-то попытался. Он сам себя убил, и чё? Ты пытаешься ко мне в голову влезть, Брюс? Слушай, я тоже потерял... Я знаю историю. Каждый, все в этом городе знают твою историю. Но это не клуб мертвых родителей. Я не хочу говорить насчет моего отца. How the hell would you know a thing like that? Как откуда ты это узнал? You snooping around my private life? You got some inside track I don't know about. I have connections, Harley. Я знаю, у меня есть связи, Харли. Я накопал все, что мог на вас, ребят. I guess that's only fair. Still friends? Друзья? Yeah. Still friends. Да, еще друзья. To be honest, I'm impressed you found that out. Я впечатлен, что ты нашел эту информацию. Только давай не заставай это больше. Ну и все, мне больше не о чем тебе сказать. Мы заканчиваем наш разговор, наверное, и уходим. Теперь с кем мне еще следует поговорить? Фриз что-то несет. Бэйн что-то бьет. Не хотелось бы мне. Spirit of unity. Not really what I'm sensing from this group. Не подходит, да, для этой группы этот лозунг.
Так, идем дальше. Меня специально перегородили здесь дорогу, чтобы я далеко не ушел. Че, поговорим с Фризом? Я слышал насчет твоей жены и... Выслушай меня, я могу помочь. Что ты имеешь в виду? Understand the concept of self-preservation. What you're doing? То, что ты делаешь, Виктор, kind of love, это my любовь. Wife followed your goings on in the society columns, Wayne. You were more familiar with lust than love. That's how I know how precious that kind of love is. Я знаю, насколько прекрасна эта любовь и тыры-пыры, восемь-дыры. What if you get caught? Send to prison. Если тебя поймают и отправят в тюрьму, что будет тогда с твоей женой? А что ты предлагаешь? У меня, я обладаю компанией технологий, очень большой. Я мог помочь бы тебе вылечить ее. А зачем тебе это делать? Я не буду это делать просто так. Я просто рассчитываю на... возмещение мне моих инвестиций. Практичное. Я поговорю с Бэйном. У тебя есть мое слово. Я не могу тебя осуждать. Можешь как-то помочь мне с Бэйном? Я не знаю. Иди, поговори с ним сам. И удачи тебе. Давайте осмотрим карту. Что... И что они планируют делать? Я не могу так просто все вынюхивать, не в то время, пока они смотрят на меня. What would Harley need with an EMP? Зачем ей нужна пушка? Я не могу так рисковать. Что, пойти поговорить с Бэйном? Я так понимаю, здесь живет... Джон. Hey, buddy. It's always Эй, so привет, good чувак. To see you. Так рад тебя видеть. So good. Так рад. To see you, John. Я тоже рад тебя видеть, Джон. Хотел сказать тебе, что помог мне. Я так хорошо выглядел. Достал то, что она хотела. Вообще просто экстаз. Ты мне это был большой такой момент. Ты настоящий приятель. Ты будешь держаться за меня, даже если не держал меня за пальчик. Это просто здесь вообще просто отсутствует перевод. Ну как такое возможно, блин? Ты не понял, что мы хотим? Бэйн может тебя убить. Я просто включил это MP, чтобы его отвлечь, чтобы он тебя не убил. Слушай, у меня все было под контролем. Не надо было так рисковать. Я очень рад, что ты хотел мне помочь. Ну да, конечно. Ты справился, слушай. Ты нравишься мне, Брюс. Заставить этих ребят, чтобы они тоже тебе понравились. Потому что мне не хотелось бы увидеть, что будет, если ты им не понравишься. Бэйн любит это пиво. Он самый странный, страшный чувак в Архиме. Ха-ха-ха, сука. Как это мило. Ну, спасибо за пивко. У тебя еще нет? Это место для Бэтмена. You like тебе нравится Бэтмен? What's not to like?
I only saw him for a second in Arkham, but... Я видел всего лишь секунду его в Архаме. Я бы хотел его снова увидеть. Как вы встретились вместе, а? Так же, как и мы с тобой в Архаме. Она шла меня в темные времена, дала мне reason, чтобы жить и вывести определенные выводы из моей ситуации. В этом нет никакого смысла. Но пивко я взял, как раз можно поговорить с Бэйном теперь. Так, и что мы тут производим? Все, что нужно для поднятия тонуса. Хотел бы я с тобой поговорить, чувак. Начало работа. У меня в глотке-то пересохло. Так я же взял бутылку. Ты, кажется, устал. Пойдем, спасибо. Riddler, he bombed your building and killed your friend. Загадочник, он взорвал твоих друзей и напал на твое здание. Kill their friend. As Riddler's friend, I have to know. Are you here for payback? Ты здесь, чтобы отомстить или что? Come for revenge. Answer me, or I will break you in half. Riddler is dead. Загадочник уже мертв. Все, что я хотел, он уже получил. Он не заслужил то, что получил, но, по крайней мере, ты говоришь правду. Очень сложно найти доверие, особенно после того, как этот чувак умер. Так трудно найти человека, которому можно доверять. He was with my crew at the police arsenal. Он был моей компанией. Got away. And yet he doesn't have a scratch on him. This is crazy. Но он кому-то настучал на что-то. И у нас появился предатель. Это крыса. Loyalty is all that we have. Да. Доверие — все, что у нас есть, преданность — все, что у нас есть. Но... Короче, ты должен сделать то, что должен сделать. Ну, вы понимаете, это подводит его под то, что... Только один из нас выйдет отсюда. Берешь эту трубу и разламываешь череп. Как только мы с этим закончим, я докажу. Показал ему снисходительность, это было ошибкой. Увидеть его куда-нибудь. Доставка двигается. А что происходит? То, для чего мы готовились, происходит. Я готов. Не так быстро, держачек. Ты пока еще не нашей. Пока все не проголосуют. Что скажете? Брюс Уэйн. Он... В или вне? Out. There may be more to win than first appeared. You can be trusted. Он может быть, да, этот за голосует, да, этот голосует за. Он большой и сильный и клевый, вообще супер крутой чувак.
was I going with this? А куда я клонил-то? А, да, да, да. Я голосую за. Well, aren't you, Mr. Popular? We got a majority, folks. Bruce is in. Все, они приняли решение, ты у нас с нами. Make sure that EMP shielding is on those APCs. I don't need any surprises. Будьте уверены, что пушка электро готова к использованию. Когда мы работаем вместе, нас никто не остановит. И когда мы работаем вместе, мир будет нашим. Пойдем. Берите эту штуку, она важна. Ну ладно, Бэйна я не уговорил, несмотря на то, что принес ему пивка, я бы уже заодно это только взял Брюса Уэйна, он же классно приносит и вовремя пиво. Надо устроить диверсию. Если эту штуку сломать, то все будет. Уэйн, we are close. Мы близко. Make your device ready. We'll do. Смотри, чтобы этот девайс был готов. EMP primed and ready to go. Готово к исполнению. Харли. Yeah. Харли, чё? We have almost reached the target vehicle. Мы почти дошли до точки назначения. Ты обеспечиваешь наш отход. Отследи сигнал. Приведи сюда своих людей. Кавалерия на подходе. Теперь мы сделаем это. Какого? У него какие-то бабочки в желудке. У Джокера, да? Вся готова не вступать в бой. Держать оружие наготове. Теперь включай. Мое оружие, оно не работает. Это надо использовать пули, старые добрые пули. Carry the torch, Mr. Suit. Stay sharp. Secure the vehicle. Охраните тачки. Никому не двигаться, не делать лишних движений. All right, everyone on the ground, now. Все быстро на землю. Your place is on the perimeter. Охраните периметр. Freeze, open the door. Фриз, открывай дверь. Everyone, stay sharp and keep order. Allow no sudden moves and no talk. Никто не говорит, не делает лишних движений. Действуем плану. Согласно плану, да. Ну-ка, вламика. Быстренько. Back off, or I'll shoot. No, no, no! Don't. Не надо. Заканчивайте. У нас нет на это времени. Ты здесь не закончил, Уэйн. Я к нему спиной не поворачивался. Я это место очистил, но давай торопись. А вот этот груз, который нам нужен был. Давай, вали отсюда. Ты где, Воллер? Воллер, ты где? Тут уже все украли. Пускай забирают, Уэйн. Пускай забирают. Это не то, для чего должны страдать мои люди, блин. Но люди твои безбашенные, я так понимаю. Это не может быть. Ты должна была здесь. Нет, нет, это моя тачка. Короче, мы в полной жопе, все пошло не по плану.
Черт побери. Мы это все исправим потом. А теперь действуй по обстоятельствам. Я не хочу тебя бить. Но я взорву ваши бошки, если нужно будет. Я сыграю в игру с их головами. Это смерть воина. Присоединяйся к веселью, Брюс. Тебя вырубать, что делать? Лучше так, чем она разнесла ему башку. Помоги мне там чуть дальше. Хочу сказать, тебя стрелять в Бэйна, ему похуй. Бэйн, ты можешь уже вернуться в тачку? Забиваем. Я убираюсь отсюда. Трусы! Этому городу нужен был Бэтмен. Но Бэтмен был занят. Принимаю участие в ограблении. Кстати, никого, наверное, дважды два можно сложить. То, что Бэтмен не появился, когда Брюс был на ограблении. Отличная работа, малыш Брюси. О, вернули перевод. Знаешь ты, как девушку развлечь? Развлекайтесь, пока можете. О, ледяной чувак ворчит. Если Бэйн выживет, мы все заплатим за то, что бросили его. Мы сделали то, что должны были сделать. Мы получили посылку, а Харли отделила, чтобы прикрыть наш отход. Вот скажи ему, всегда пожалуйста. Лады, мы получили посылку, скажи спасибо, что ты ее видишь. И что же там в этой посылке? Интересно посмотреть. Заинтригован, Брюси? Хочешь знать, что там внутри? Костюм Бэтмена. Нет? Ну давай, открывай. Даже не знаю, что там может быть. Unlock. Да ну нахрен. Тело загадочника, никогда бы не догадался. Я-то думал, он при жизни вонял. Сколько же ты проблем нам доставил, мистер Умник, когда позволил себе вот так убить? Ты нам был нужен для следующей стадии. У меня есть то, что вам нужно. За сходную цену. Охренеть. Женщина-кошка. Вы 99,9 градусов оставили Вольвер довольный. Она не одобряет ваше решение позвать на помощь Гордона, а не ее. Оставили Тиффани Филинг встревоженной. Она удивлялась. Она была рада, когда вы представили самой решать, верит ли вам. И волнуется за нашу безопасность. Вы 60% игроков оставили Харли счастливой. Вы 100% игроков в напряженном состоянии.
Он обиделся, когда вы приказали ему разобраться с ситуацией с Региной. Он почувствовал себя опустошенным после вашего разговора в приемной. И вы и 81% игроков стали Гордона встревожены. Он за меня беспокоится. Вы 60% игроков оставили Джона счастливым. Он обиделся, когда вы не согласились кляться на мизинчиках. Его заинтриговал обманный способ, которым вы разделались с Вилли. Он ликует, потому что вы решили сражаться рядом с Харли. Вы уговорили Тиффани отдать фаланговый ключ. Ну, как и половина игроков. Все позвали Гордона. Ну и в остальном... Момент. Ха-ха-ха. Слушайте, все жали ему мизинчик, что ли? Вы чё, ребят? Серьезно? Да уж. И увидимся мы в следующем эпизоде. Даже комиксы дают здесь. Спасибо. С вами был Джейсон, канал True Money Games. Всем удачи и надеюсь, что дальше перевод будет везде. Пока-пока.